Владельцам нестационарных торговых объектов на севастопольских пляжах снизят арендную плату в период межсезонья. Для этого будет установлен специальный понижающий коэффициент. Информацию об этом сообщили в пятницу 26 августа на заседании городского правительства. Устанавливается также в соответствии с вашим поручением понижающий коэффициент. Раньше он был 0,5. Сегодня мы с 1 по 30 апреля понижающий принимаем 0,1. Губернатор Севастополя подчеркнул, что решение снизить арендную плату для владельцев НТО в период межсезонья было принято на заседании штаба по стабильности экономики региона. Кроме того, теперь, как рассказал Михаил Развожаев, стало намного проще определить максимальное количество торговых точек на пляже. Теперь четко определено санпином, да, то есть от территории пляжа. Значит, там определенная зона для санитарно-бытового обслуживания. Это требование Роспотребнадзора, как я понимаю. Теперь мы четко понимаем, сколько метров пляжной территории. Исходя из этого, по санпину, сколько можно НТО там поставить. Да. Теперь споров нет, все понятно, как бы четко расчетно. Понятно? Да.